47. На открытие дождались. Сейчас выходим на озеро, встаем. Камыши будем ждать первый пролет. А там, глядишь, что-нибудь и попробуем вытоптать попозже. Вообще кто-то ушел недавно. Видишь? Курочка только что вылетела, вон она сидит. Не хочу ее бить. Лех, не бей, не бей, не бей, не надо. Решили сместиться чуть-чуть в сторону. Народ, конечно, полно. Главное, что самое интересное, ничего не летает, а канонада стоит, мандражая. Походу, во все, что движется. Вот это место классно. Здесь вот камышек вот этот высокий. И водичка открытая. Она вот здесь открытая вода, и вон открытая вода. Место вот это пиздатое, согласись. Ну, да. И тут закрыто. Здесь камыш, вода. Она ж по идее сюда и должна. Она сюда не долетай. Я вот раньше вот выходил вот так вот, шел. И шел, вот видишь, вон те камыши. В урезе, вот между, туда, дальние. Вот если на сухое дерево смотреть. Вот там заливчик. И они там сидели постоянно. Да, гуру? Ну, мы можем вот так пройти, тут не глубоко. Вон она сидит опять. Вон она. Видишь? Да, я ее 10 раз мог уже стрелять. Я еще тоже. Я просто думаю, ну что ее стрелять-то? Да, она вообще не летала. Вот я говорю, вот эта четверка, это единственное, что я видел. Не, они сели где-то вот тут вот. Потому что они вылетели прямо уже вот над камышами здесь. Так, ну что, поехали? Поехали. Мы и там постоять сможем. Вон, да, слушай, а это что ты? Это вехерь. Он перелетел направо только что. Да, вон он. Конечно, вот переехали сюда на поле. Чем и хорошо вокруг озера большого. Перемещаешься. Попробуй на ту сторону, что ли, перейди. Параллельно пройти. Подай, гуру. Подай. Вперед, ищи. Ищи, ищи. Вперед, вперед, давай, рви. Хорошо, продирайся. Я вижу, вижу. Ай, молодец, принеси. Ну что, брат? Неси, неси. Такой крикаш-то нормально. Неси, неси, давай. Давай, давай, мой хороший. Неси ко мне, неси. Неси, неси. А не знаю. Чупурыга это ему мешает.
Давай, неси ко мне. Неси, мой хороший. Давай, давай, давай. Вот ты умница. Неси. Неси. Хорошо. Молодец. Это может это? Нет, это может под биотехнию. Все, Гурыч, молодец, отлично. И снова всем здрасте. И снова на зорьку. Снова дорога до камышей. Вроде сезон только начался, а все равно душа изголодалась по охоте. Поэтому только приехал с Москвы, сразу переоделся, ружье в руки и вперед до озера. Сейчас вечерню зоречку отстоим, посмотрим. Да даже если ничего налетать не будет, все равно после города это отдельное удовольствие. Постоять, закат, красота. Сейчас еще попробую аккуратно подойти. Возможно, что с подхода поднимется. Попробую взять, как в прошлый раз. Единственное, конечно, очень надеюсь, что не получится, как в прошлый раз. И рыбаки не будут мешаться. А то они здесь у нас какие-то непонятливые. С утра, вчера стояли, вроде обозначились. И фонарем в лицо посветили. И уже в голос даже начали им говорить. Все равно гребут и гребут. Но это у нас, видимо, народ менталитет такой. Только о себе любимых. Вот уже рядом с озером. Практически. Дошли до тростника. Тут уже можно и с подхода поднять кого-то. Кстати, в прошлый раз Алексей пару бекасов вывел. Думали, что с ними делать. Они маленькие. Ну, в принципе, мне понравилась идея. Я сразу их почистил, достал грудки, сердце, печень. И гурчу сварил, кашу. Он с огромным удовольствием ее после охоты съел. Так что я думаю, бекасов я теперь тоже буду брать. Хотя бы как минимум порадовать собаку. Ему это очень нравится. Раньше бекасов вообще не стреляли. Потому что мне казалось, как там хоть и кулик, но мелкий. Их так, чтобы действительно там, для еды или еще что-то, надо очень много набить. А допилей только вот в этом году, столько развелось их, можно стрелять, но тоже в прошлый раз мы что-то не стали по ним бить. А бекасов теперь буду брать. Как минимум заготавливать собаке еду. Ну вот сейчас, конечно, еще такой момент. Вроде вот подходишь к тростнику, да, если поднимется с подхода, не знаешь, как стрелять, потому что за каждым камышом может сидеть рыбак. Они тут сидят, душат карася мелкого. Не понять о том, что начался охотничий сезон. И я не говорю о том, что им надо совсем там уйти с озера, рыбу не ловить или еще что-то. Но какие-то хотя бы понятия там о дистанции, еще то, что люди тоже хотят хорошо, нормально провести время. Этого у нас, к сожалению, нету. Ладно, пускай идет. Мог ведь взять. Но что-то не стал я стрелять. Бекасы вылетели. Надеюсь, мы в прошлый раз Гурычем стояли. Но сейчас хочу подальше попробовать пройти. Насколько сапоги позволят. Уидерс я не стал одевать, не хочу, у них жарко. Ну, все. Будем стоять, ждать. Похоже, что камера не снимала в этот момент. Был отличный налет. Довольно высоко, но вот с первого выстрела взял рикоша, достал. Если камера была выключена, это будет обидно. Да, если, конечно, после этого выстрела камера была выключена, точнее во время,
Ух, это обидно будет. Выстрел такой шикарный. Они хоть довольно высоко летели, но упреждение дал. И одним выстрелом все чистое сразу упало. Блин, обидно будет, конечно. Все, вечерочку достаял. Мутку взял. Конечно, обидно, что не получилось заснять выстрел. Но все равно. День состоялся. Все, всем пока и до встречи.